считаться феминистками? Ответ очевиден. Потому что никто их не трахает. Они просто невостребованные бабы в этом обществе. Вот и все. Поэтому они стараются как бы вот этим всем движением показать, что они важные, что они стоящие, что они востребованные для себя же. Так, ребят, давайте спасем этих прекрасных дам. Такой лозунг сделаем. Спаси планету, трахни феминистку. Но я не призываю к насилию. Это заметьте, это не призыв к какому-то насилию. Просто по взаимному согласию занимайтесь любовью, дамы и господа. Спасайте планету. Вот и все. Все, что нам надо делать. Это нужно и не только, грубо говоря. Это нам не надо. Это нужно им. Вот и все. Они от этого изменятся. Мир сделается лучше, добрее. Вот и все. Спасите планету, ребят. Трахните фамку. Ну, и привет тем фамкам, которые будут кукарекать на мое видеообращение. Девчат, подумайте, она так и есть. Если баба востребована в обществе, она никогда не пойдет к феминистке. Запомните это. Ей это не надо. Как-то так. Всем пока. До новых встреч.